Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-3 тактических перчаток с Яндекс.Маркета. Узнать подробности о лучших тактических перчатках вы можете, пройдя по ссылочкам в описании. Ну а наш рейтинг возглавляют тактические перчатки без пальцев Army Tactical Gloves. Очень популярные в связи с последними событиями. Продавцы здесь не жадные, то есть они хорошие скидки дают, в данном случае 23% за 990 рублей. Очень хорошее предложение. Конкретно почему именно эти перчатки возглавили рейтинг? Потому что у них грамотно сделаны вставки, да, причем материал такой, что он обеспечивает очень хорошую защиту, при этом они изнашиваются гораздо меньше, чем аналогичные перчатки с такими же характеристиками. Поэтому и по защите, и по износостойкости, плюс еще есть приятные дополнения в виде дышащего материала, то есть даже в летнюю жару, в принципе, в них не особо жарко, что является большим преимуществом. Плюс пальцы свободны для каких-то мелких операций, там, например, снарядить магазин, да, можно перчатки не снимать, ну и, соответственно, ничего из рук не выскользнет, потому что подушечки пальцев, по сути, у вас свободны. В плане удобства, да, то есть прилегания к руке, фиксации, в этом плане очень они хороши. Поэтому для мобилизованных это вариант будет, пожалуй, самый лучший. Второе место занимают тактические перчатки «Тактика 762». Как бы данные перчатки по большому счету очень похожи на предыдущий вариант, за исключением того, что немножечко идет получше материал липучек самих, да, то есть липучки получше фиксируются, поменьше изнашиваются, то есть в этом смысле они чуть более износостойкие, но они и подороже, да. 1200 рублей. Ну, к слову сказать, липучки-то, в общем, и на тех перчатках неплохие, но здесь они как бы особенные, поэтому вот в этом смысле эти перчатки немножко и получше. Также точно они защищают, по дышащему материалу та же история, то есть в них нормально будет даже летом. Пальцы также свободны для совершения каких-то операций, ну и для различных задач они предназначены. Неплохо отводят влагу, потому что руки потеют, да, во время тяжелой работы. При этом, да, не сильно промокают и довольно быстро высыхают. 1200 рублей они стоят с учетом 20% скидки. Ну и завершает наш рейтинг. Это тактические перчатки без пальцев. Универсальные, да, они идут как мотоперчатки для спорта, для страйкбола. В том числе их приобретают мобилизованные. Почему? Потому что резиновые вставки обеспечивают неплохую защиту, при этом расположение этих вставок уникальное, то есть рука в них меньше потеет гораздо, но при этом вот эти самые резиновые вставки, они изнашиваются чуть посильнее, чем у предыдущих образцов, поэтому только третье место. Хотя, в принципе, со своей задачей они справляются очень неплохо и как бы много хороших отзывов оставляют на специализированных сайтах люди, да, которые понимают в этом. Можно отдать им предпочтение тоже. 1100 рублей и скидка сейчас на них 31% составляет. Узнать подробности о лучших тактических перчатках вы можете, пройдя по ссылочкам в описании. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.